Обращения жителей на портал «Добродел» стали одной из ключевых тем на еженедельном общегородском совещании с главой Химок Дмитрием Волошиным. Общее количество обращений за неделю снизилось почти на 70. В основном люди жаловались на несвоевременную уборку листвы, подтопление ливневых канализаций из-за дождей и сломанные элементы на детских площадках. Глава округа подчеркнул важность качественного содержания дворовых территорий. Жалоб на эту тему быть не должно. В Доброделе детская площадка, сломанная ступень, не должно вообще появляться этого. Это вчерашний вообще день. То есть мы уже не можем работать в этой проекции, мы должны идти на вперед, на упреждение. Если это сломалось день в день, я понимаю, если это два дня, все это ЧП. Договорились, чтобы мы этого не видели. Поступали жалобы и на отопление. Жители домов на Юбилейном проспекте и на улице Дружбы оказались без тепла из-за повреждения теплотрассы. На месте круглосуточно работают аварийные бригады. Почему проблему не предусмотрели до наступления отопительного сезона, этот вопрос глава Химок задал исполняющему обязанности директора химкинского филиала ТСК «Мосэнерго». Вы не знаете на память адреса, в которых порывы у нас в городе? Как директор? Я недавно приступил к этим обязанностям. Значит, меня послушайте сюда. Мы тепло подали везде в городе. Вы не подготовились к зиме. Поэтому вы отсюда выходите, идите, одевайте сапоги и идите туда. Не надо здесь в галстуке сидеть у меня. Надевайте форму и будьте на порывах, чтобы у людей было в доме тепло. Растет заболеваемость коронавирусом, загруженность ковидных отделений в Химках почти 90%. Оборудовали дополнительные койки для больных COVID-19 в перепрофилированном терапевтическом корпусе на Ленинском проспекте. Уже сегодня там начали принимать пациентов со среднетяжелым течением болезни. Единственный способ остановить распространение вируса – это прививка, говорят врачи. О темпах вакцинации рассказала заместитель главы Химок Ирина Теслева. Сейчас самое время сделать и прививку от гриппа, и ревакцинироваться от COVID-19. В рейтинге муниципалитетов по Московской области мы входим в пятерку лучших по темпам вакцинации. 7 дней в неделю в Химках вакцинируют от коронавируса и гриппа все поликлиники. Продолжает работать мобильный пункт в ТЦ «Мега» и в клубе «Активное долголетие». Также работают мобильные бригады, которые выезжают на предприятия. На сегодняшний день привились 134 тысячи человек. Это 65% взрослого населения Химок.